Я принцесса Зора, и мы с моим помощником Кей-Пи прибыли на Землю, чтобы вернуть галактические оружия. Но тоботы моего отца защищают нового хозяина оружия, добившись прежде невиданной мощи. Время на исходе, потому что пульсар-завоеватель и его темные силы все ближе к Земле. Детективы галактики. Рагнар Разрушитель, часть первая. О, вы чего? Это же мусор! А? Стой! Для мусора есть баки! Да, они его даже не допили! Какой стыд! Будто у людей нет совести! А у нас есть! А? И улицы благодаря нам стали чище! Маленькая помощь тоже помощь. Еще одно дело закрыто. Да! И этого достаточно? Проблему-то вы не решили? Ну, хоть что-то. Вы так ничего не измените. Слишком многие не дорожат планетой. Кей-Пи сказал, с таким образом жизни скоро спасать будет нечего. То есть мы уничтожим мир? Не мы. Но не только мы пытаемся сделать мир чище. Вместе мы замедлим худшее. Может быть, но поведение всех людей это не изменит. Ладно, у меня есть дела. Ну, пока. Так, мне некогда изучать дружбу. Но это несложно. Идем, ты же хочешь понять, как я разблокировал мощь мастера Ви? Ваше величество! Я нашел местоположение команды Хаос! Кеп, пора лететь! Викинг Найн наверняка привык к гравитации. Я лечу. Эти злодеи создали много проблем, и мне нужно оружие. Ты избавишься от них только ради оружия? Не делай этого! Ты смеешь мне приказывать? Зора! Ваше Величество, я не должен спрашивать, но вы точно хотите стать хозяином галактического оружия? А если вы не обуздаете свой гнев? Вы знаете, что гласят легенды. Может, безопаснее довериться Тайлеру? Все же он реализовал мощь мастера Ви, а это не удавалось даже королю Маджестику. Кей-Пи, как только ты осмелился сравнивать моего отца с человеком? Простите, но... Хватит! Тайлер не доказал, что достоин быть мастером галактики. Есть! На месте! Что мы должны найти для доктора Икс? Простофили! Ясно же, что галактическое оружие ищите! Ладно, пора приодеться. Режим тамплиер. Погоди! С дороги! Я с ним разберусь! Я вас не пущу, Ваше Величество. Эта шахта опасна. У тебя нет дел поважнее, что ли? С командой Хаос нельзя действовать силой. Сначала нужно поговорить. Так ты хочешь сотрудничать со злодеями? Тебя переманили! Нужно выслушать мнение всех сторон! Мы-то не злодеи! Принцесса, Тайлер может доказать, что он достоин быть мастером! Кроме того, что мы потеряем? Ладно, но помните, я предупреждала! Все получится! Ага, но это последний шанс, понял? Итак, уверена, оно где-то здесь. Но где? Ребята, вы это видите? Подождите!
Не верится! Я не видел столько бриллиантов даже на ювелирном! Мы разбогатели! Парни, мы сорвали джекпот! О, да! Давайте достанем вон тот! Мани? Ну ладно, посмотрим, как высоко я прыгну! Ха-ха! Ха-ха! Думаете, доктор Икс не сказал бы о драконе? Ну да, маловероятно, но вдруг за ним он нас и послал. Ух ты, Мани, я просто поражен. Я не хочу стать закуской для дракона. Скажем, что потерялись, и никто не узнает. Идем. Йенни, Мини, Мани! Вы что тут забыли? Заключим сделку. Слушайте, я помню, что вы хотели спасти застрявших лягушек. Это добро. Может, вы хотели бы стать добрыми? Скажите честно, вы хотите работать на доктора Икс? Вдруг мы поможем? Я знаю, как увеличить мощь вашего оружия. И откуда же? Пульсар уже близко. Он хочет собрать оружие и захватить Вселенную. Так вот кто он. Но зачем доктор помогает такому негодяю? Плохо дело. Если он получит хоть одно оружие, то завоюет весь мир. Вы не понимаете весь масштаб. Вам не победить, но вместе мы его остановим. Думаешь, мы тебе поверим? Я хочу помочь, поверьте мне. Вам не хочется уходить, присоединяйтесь, и мы справимся. С чего бы? Ведь зло побеждает! А теперь нужно атаковать город! А потом, может, и мир! Вы, мелкие вредители, захватите землю! Я думаю, нам пора уходить. Согласен с тобой. Как вы посмели нарушить мой сон? Его данные не читаются. Понятно лишь, что он зол из-за того, что его разбудили. Слушай, существо, мы не хотим тебе навредить. На вашем месте я бы думал не об этом. Перед вами Рагнар Разрушитель. Огонь! Всем бежать! Улетай! Я вышел из строя. Спасайтесь, босс. Я друзей не бросаю. Быстрее уходите! Прошу! Надоели! Наш черед! Квантовый кулак! Прелестно! Зубы бы почистил! Нет, нам не выбраться! Есть мысль! Нам поможет один друг! Давай, Мегадрянь! Трансформация! We'll be right back.
И в чем у нас тут дело? Рад встрече! Сразись с драконом, пока я буду всех спасать! Оу! Иха! Я твой должник. Не стоит! Я не разрешал уходить! Я еще здесь! Что? Сюрприз! Вот тебе еще! Ну же, вперед! Это вся твоя мощь? Вообще-то, я только просыпаюсь. Чудно! Снаряды буры. Ха-ха-ха! Да-да! С драконом разобрался. Кажется, пора бежать. Подожди! Прошу, возьми нас с собой! Вы на нашей стороне? Ну да. Отлично! Хватайтесь за ногу! Тобот, детективы галактики. Мы думали, что одолели Рагнара, но он сбежал и сильно на нас разозлился. Он считает, что люди уничтожают планету и хочет избавиться от нас. У нас нет выбора, нужно его остановить. О, нет. Кажется, это область темной материи, о которой предупреждала Зора. Нужно выбраться отсюда и изменить мнение Рагнара. Скоро нам откроется новая сила. Новой серии «Тобот. Детективы галактики».